Уважаемые телезрители, мы вас познакомим с одним из знаменитых личностей, известным человеком, драматургом, сценаристом, публицистом, журналистом, лауреатом Государственной премии Кыргызстана Амир Гаджилы Пахливаном. Он родился 29 июля 1959 года в Нахичеванской автономной республике Азербайджана. Отец был врачом, мать – домохозяйкой. Он окончил факультет журналистики Азербайджанского государственного университета. После работал корреспондентом до 1988 года в редакции газет «Бакы» и «Баку». С 1988 по 90 год работал в газете «Азербайджан Мугалими», а также работал создателем и редактором авторских передач на азербайджанском радио и телевидении. С 1990 года по настоящее время является главным редактором и учредителем газет «Ильхам», «Вдохновение», действующих под эгидой производственного творческого объединения и «Тифак-театр». Поэт, писатель, художник, музыкант. Если они являются выразителями духовной сущности своего народа, несут ему слова доброты, красоты, искренности, простоты, отзывчивости, что подпитывает внутренний ресурс человека, расширяет палитру мира множеством оттенков позитивных чувств и действий, делая человека более устойчивым психологически, помогая делать правильные поступки. Амир Пахливан в 1995 году учредил кинокомпанию «Step LTD», где создал ряд фильмов, которые были удостоены премий многих кинофестивалей мира. В 1998 году его фильм «Спасибо» стал лауреатом первой премии в кинофестивале, проводимом в Голливуде. С 2001 года он является членом правления архивного центра «Голливуд». Салам! Как писатель, меня очень интересует история тюркского мира, поэтому я написал много художественных книг на эту тему. В частности, меня интересовала история народов Средней Азии и особенно Кыргызов. Мои книги об эпосе «Манас» и «Земля Великой» вызвали большой интерес у истории и фольклора кыргызов. Как известно, Манас – величайший в мире эпос. Произведение является лирическим и поэтическим воплощением духовного единства кыргызского народа с тюркским миром. В своей книге я посвятил Баяты образом этого эпического произведения всем топонимам географии Центральной Азии. Манас Баятлары написан в жанре фольклора, в нем предоставлены оригинальные художественные образы. Надеюсь, мне удалось сохранить эпический дух. Скорее меня пригласили в Министерство иностранных дел Азербайджана и вручили государственную премию, присланную президентом Кыргызской республики. Затем от имени Кыргызской республики меня пригласили в Бишкек в качестве почетного гостя на международные игры кочевников в Чолпан-Ате. Честно говоря, меня встретили очень тепло. Во время моих встреч с правительственным служащим в Бишкеке Амир Пахливан за заслуги перед кыргызским народом получил, согласно указу президента Кыргызстана, вторично государственную премию. Были обширные дискуссии о работах, которые я написал о народном акын-демократе, певце Тахтакулы Сатылгановой, Юсиф Баласагамлу, и об известном писателе и дипломате Чингизе Айтматова. Скорее после этого меня снова пригласили в Министерство культуры Азербайджана и вручили очередную государственную премию, присланную
президентом Кыргызской Республики. После выхода в свет моих книг туркский султан Нурсултан и эмир Теймур об президента Казахстана. Президент Нурсултан Назарбаев направил мне специальные поздравительные письма и пригласил меня в Астану. Они высоко оценили мои книги. По случаю моего 60-летия Нурсултан Назарбаев прислал мне поздравительное письмо. Все эти успехи были достигнуты благодаря моим заслугам перед туркской историей и туркским народом. О да, славна вечная песнь «Твое имя», о да, силы твоей. Ты гордость страны Кыргызстана, гордость планеты всей. Я пришел не случайно, теперь я здешний. Я не вздыхаю тайно во временном прежнем. На память эта стихия, и даже сейчас воспоминаю края родные. Зарницей сквозь годом час. Я гадал, суждено ли мне воспеть, когда и где звезд значки веселее. Высокие племя людей, я думал, слова мои эти, шаг в неизвестнее, как в лунном свете. Дорога небесная, дорога зеленая, которая прилегала туда, где хранится сила. В силах затенная мечту моя одеяло небес украла. Амир Пахливан также писал стихи о своих родных краях. Дай мне Кавказ, ты меня зовешь Азербайджан, ты меня вылечишь Азербайджан, душа моя горе. Дай мне Кавказ, высокие горы и мрачность глаз, дай мне Баку, пшу о моей горе, о моем горе, о моей горе. Я стою наверху, на ее верху, а родину пишу, чтобы забыть тоску, тоску своя, а родина петь, чтобы тоску забыть, и любить, и бессмертным быть, петь, где золотая зала, где злоразлом, где гора моя. Самое интересное, что написанное мной произведение издались и в странах Европы. Это была двойная любовь к народам Средней Азии. Моя работа многогранна. Я написал произведение от любви до войны. Много из моих книг изданы на иностранных языках. Книга была моим крылом. С ней я летаю в мир. Книга была моими глазами. Я вижу мир, людей и своих читателей. Книга была моей жизнью. Я была на страницах книги. Книга была моей памятью. До последнего слова свою жизнь. Я буду помнить в книгах. Только в Украине издано 20 книг. Мэр французского города Нанта Рода Жиль в 2000 году официально принял Амир Пахливана во время кинофестиваля и лично вручил ему награду как победителя Нанского фестиваля. Эти кадры из архива Амир Пахливана, которые были сняты 21 год назад. Напомним, что этот кинофестиваль объединяет в себе три континента. Он посвящен национальному кинематографу стран Азии, Африки и Латинской Америки. Проводится он с 1979 года в Нанте, Франция. Человеческие идеи в моих книгах обогатили меня множеством друзей в каждой стране мира. Друзья, которых я завожу, независимо от национальности, религии, являются самым драгоценным благословением в моей жизни. У русских есть красивая пословица. Судьба посылает нам родственников настолько хороших, насколько друзья
выбирает сами. Мои книги, фильмы и друзья познакомили меня с миром. Несколько фильмов, которые я написал и снял, выиграл кинофестивали. Фильм «Спасибо» про наш флаг выиграл гран-при Голливуда. Мой трехсерийный документальный фильм «Бакинские нефти и братья Нобели» получил гран-при и две медали фестиваля «Три континента» в Нанте, Франция. В 2001 году в департамент по культуре парламента Норвегии прошла презентация фильма «Бакинская нефть и братья Нобели». Этот фильм заложил основу вечной дружбы между мной и знаменитой семьей Нобели. Его документальный фильм из трех частей под названием «Бакинская нефть Нобели» получил высшую премию в кинофестивале «Три континента», проходившем во французском городе Нант. В 2009 году в связи с 50-летним юбилеем делегация из Америки вручила Амиру высокую премию «Посол мира». Он имеет двух сыновей, которые получают образование в Соединенных Штатах Америки. Жена – доктор исторических наук. Работает в Институте истории Академии наук Азербайджана. Амир Пахливан является автором 75 книг, 4 художественных и 11 документальных фильмов. Издатель 10 романов «Бакинский Нобель», «Судьбоносный Нобель», «Иса Марьям и Сонна», «Разлука», «Посол» и другие, которые были изданы в Европе, в таких странах, как Германия, Франция, Англия, а также в Америке на английском языке. Я мечтаю снять фильм о жизни турок Центральной Азии, чтобы пролить свет на связь между дружбой и братством. Это пропедовать, что мир и спокойствие являются основным законом для всех людей. В мире, независимо от религии, расы и национальности. Я люблю путешествовать. Каждый раз путешествую и придумываю новые идеи и пишу следующие. Мое хобби – слушать музыку и проводить время на природе. Когда я нахожусь на природе, я начинаю размышлять более философски, отдаляясь от реальности. У меня много мечты, у меня очень много работ, которые я еще не написал. Я верю в величие Бога. Я тоже верю в концепции судьбы. Мой отец всегда говорил о том, что нельзя разрушить птичье гнездо. А почему же тогда в социальном обществе люди разрушают свои семьи? Ведь человечество должно развиваться и жить. На чужом горе невозможно построить свое счастье. Такое счастье бывает очень коротким. Как же разумные люди могут наносить друг другу настолько зла? Создаются такие впечатления, что происходит всеобщая деградация мозга. Природа не принимает таких негативных изменений и не прощает это даже себе. Может быть, так начинается война между разумными людьми и природой. Я думаю, что провидение, строив войну между разумными людьми и природой, тем самым наказывает обе стороны. Но все равно в конце одерживает победу природа.